С 1 мая перестанет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба. Снимут следующие ограничения. На проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. По заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов. По времени работы кафе и ресторанов. Тем не менее, на Кубани все еще остается масочный режим.